хочу я ехать. Да, да, нет, он врежется в нас. Дурак, если он же вряд ли будет 12 часов ночи-то работать. Ты если можешь, да, возьми, а я тебе денежку отдам, ладно? Ладно, все, спасибо. Ну, я тебя наберу, как там будут подъезжать. Давай. Мишка, это молодой, что ли, да? Который с отцом говорил, да. Да? Он теперь занимается тем, что он приедет и выписывает путевку. Потому что я когда Женю набрал, там, с ним, это, с Новым годом его поздравил. Он мне сказал, что типа это, тебе надо в брейд, у Мишки, говорит, звонит, а надо путевки выписывать. Ну ладно. А у Мишки телефон поменялся, блин. И хорошо, он мне как раз, и там через несколько дней набирает. Чё, не видишь, что с прицепом?
подожди секунду. Короче, хочешь жди, хочешь не жди. Это, конечно, твой вопрос, это здорово, что регистратор там есть, блядь, еще чего. У меня к тебе претензий нету, мою машину все. У меня вот зато к тебе претензии. Мы уже в другом месте будем разговаривать на эту тему. То есть ты вот так хочешь, да? Я? Ты меня срезал, ты на меня с кулаками кинулся, и у меня еще к тебе претензий не должно быть. Ты так это считаешь? Это нормально? Ты считаешь, что правильно сделал все, да? Я все сделал. Ты куда смотрел, когда в этот зад въехал? А ты зачем? Ты что, по телефону разговаривал? Ты зачем меня срезал? То есть ты специально меня, что ли, ударил? Я так понял. Ты меня специально, что ли, ударил? Машина гружена. Ты меня специально, что ли, ударил? И что, тебе гололед, что ли, увидел? Я не успел оттормозиться. Как ты не успел? Я тебя тормозил, что ли? Я ехал. Ну вот приедут, посмотрят, схему составят. В чем вопрос? Все. Смотри. Давай, удачи. Слышал? Вот такой замес.